На Чукотке выявлен новый случай подозрения на коронавирусную инфекцию. У жителя поселка Угольные Копи тест-система показала положительный результат. Подробности наш корреспондент Владимир Сироткин узнал у руководителя окружного управления Роспотребнадзора. На Чукотке выявлен третий случай повторной положительной реакции тест-проб на коронавирусную инфекцию. Ранее предварительный диагноз коронавирус был поставлен двум сотрудникам рудника «Купол», однако результаты специализированных лабораторий его не подтвердили. Сейчас такой же положительный тест выявлен у жителей поселка Угольные Копи. 31 марта мужчина вернулся в округ из Москвы, до этого в феврале он путешествовал по странам Евросоюза. По прибытии на Чукотку ему вручили постановление об обязательной самоизоляции. Все дни после прилета мужчина находился дома. В конце недели обратился к медикам с жалобой на симптомы простуды. Ему сделали две тест-пробы на коронавирус, обе оказались положительными. Сейчас пациент находится на домашнем лечении, за ним наблюдают медики. Госпитализации ему пока не требуется. По последним приказам Министерства здравоохранения, если отсутствуют симптомы у человека, может осуществляться лечение на дому. У данного гражданина симптомов нет, то есть он изолирован на дому. С ним проживали родители, которые попадают в группу риска, и они сейчас изолированы в отделении. Сейчас анализы пациента готовятся к отправке в Хабаровск, Москву или Новосибирск. Там расположены специализированные лаборатории, которые способны подтвердить или опровергнуть заболевание коронавирусной инфекцией. В зависимости от того, куда сможет вылететь ближайший авиарейс, туда и отправят анализы. Пока медики проводят весь необходимый комплекс мероприятий. До подтверждения будет проводиться и проводится уже полный комплекс противоэпидемических мероприятий. То есть осуществляются дезинфекционные мероприятия, определяется граница очага и круг контактных лиц. Всем контактным лицам вручается постановление о самоизоляции, и мы берем у них у всех анализ. По словам руководителя окружного управления Роспотребнадзора Антона Семенихина, округ готов к борьбе с новой инфекцией. Уже сделано около 300 проб на коронавирус. В ближайшие дни прибудет еще 5000 экспресс-тестов. Также будут доставлены необходимые расходные материалы. При этом в управлении Роспотребнадзора напоминают о необходимости самоизоляции и соблюдении правил личной гигиены. Сейчас здоровье многих зависит от наличия медицинских масок и дезинфицирующего геля. И чтобы не попасть в больницу, лучше лишнюю неделю побыть дома. По состоянию на 6 апреля на обязательной самоизоляции дома находятся 33 жителя Чукотки. Еще 91 человек успешно прошли период самоизоляции. Напомним, что согласно распоряжению губернатора, на двухнедельный карантин сейчас отправляются все прибывающие в округ люди. Владимир Сироткин, Александр Кузьминов, Вести Чукотка.